советский солдат Алексей Курганов. Фронтовыми дорогами он прошагал от Москвы до Венгрии, и там был тяжело ранен, лишился обеих ног. Пехотинец Амбаров Александр... До Венгрии дошел. Видите, он до Венгрии дошел. Он вышел с территории СССР и пошел до Венгрии. И там ему оторвали ноги. Но при этом мы не считаем, мы даже не считаем его оккупантом. Так что, россияне, если украинцы придут к вам под Курск, и вот украинцу под Курску оторвут ноги, мы тоже не будем считать его оккупантом. Потому что мы не считаем этого человека оккупантом. Если вы напали, и наши деды пошли до Берлина, то украинцы должны пойти до Москвы. И если там что-то с ними случится, мы будем все равно говорить, что они защищали свою родину. Васильевич, бессмертный русский солдат. Дважды засыпанный землей после налетов фашистских самолетов на Невскую Дубровку. Выжили, выстояли, победили. И зачем? Потому что... И зачем? Вот выстояли, победили. Что они победили? Вот своей жизнью он проиграл. Защищали свою родину, свою страну, свои родные края. А чего он защищал? Он защищал от Гитлера. Это понятно. Но он же не защищал. Он же Сталина защищал. Зачем он Сталина защищал? Гитлер, понятно, что Гитлер это враг. А зачем он Сталина защищал? Георгий Зотов, инвалид войны из подмосковного села Фенино. Листая подшивки газет военных лет, ветеран мысленно... Он вернулся. А сколько товарищей осталось там, на полях сражений? Дорогой, очень дорогой ценой заплатили они за победу над фашизмом. Москвич Виктор Лукин сначала воевал в партизанском отряде. После изгнания фашистских оккупантов с территории СССР сражался с врагами в армии. Война не пощадила его, но он остается по-прежнему твердым духом. По-разному приспосабливались инвалиды войны к мирной жизни. Лишенный обеих рук, Владимир Еремин из подмосковного поселка Кучино... Вы видели протезы? Я вот недавно делала ролик, уже в начале 1900-х годов, после Первой мировой войны, были сделаны протезы. В то время, когда у нас не было туалетной бумаги, уже люди имели протезы. Понимаете, что такое? Вот ты защитил свою родину, вернулся, и ты родине не нужен. И в это же самое время во всех странах Европы были протезы. Представляете, вот насколько несправедливо Сталин, запятая Путин, относится к мужчинам, как выброшенный, как огрызок, знаешь, поел и кинул. Даже огрызок можно доесть. Почему с человеком вот так безнаказанно обращается наше правительство, ваше правительство? Не только научился писать, но и окончил после войны юридический техникум. Женщина без лица, упавшая в обморок прямо в печь от вести, что началась война. Муж, которого она без памяти любила, был накануне направлен в Брестскую крепость. И сердце не... Женщина лицом упала в печь, и ее муж погиб в Брестской крепости. Что за какая-то херовая история? Как это можно в печь упасть лицом, а? Что за пиздец какой-то, а? Обманула. Он погиб. Жительница дома-интерната поселка Ноглики на севере острова Сахалин Полина Кириллова часто с горечью говорит. Неужели я должна жить без рук только лишь потому, что какому-то... Должна жить без рук, потому что Сталин мог бы не строить какие-то бесконечные города и метро в Москве, а дать людям руки и ноги. Что важнее, метро в Москве или всем инвалидам руки и ноги? Ответьте, россияне. Негодяю захотелось попасть в историю. Герой моряк Алексей Чхеидзе, чудом выживший, перенесший несколько операций, с ампутированными руками, ослепший, почти полностью потерявший слух, и сейчас находит в себе силы пошутить. Он с иронией называет себя человеком-протезом. Александр Подосенов в 17 лет добровольцем ушел на фронт, стал офицером. В Карелии был ранен пулей в голову на вылет. На острове Валаам, на Ладожском озере, жил все послевоенные годы. Парализованный, неподвижно сидит... Какой-то чувак пошел куда-то воевать на Валааме, закончил свою жизнь. Вот если вернуть, знаешь, когда можно вперед пойти, а если назад пойти? Вот если бы он вернулся назад, он пошел бы воевать с пулей на вылет? Да нахуя? Да ну хуя вообще вот так вот воевать, отдавать свою голову на вылет и заканчивать свою жизнь на Валаамском каком-то этом... В Валааме, представьте, не в Москве. Их не в Москву положили, не в самую лучшую клинику, на Валааме. Ну, россияне, вы что,
Как можно вот, вот так свою жизнь отдавать, как знаете, как, ну, как гондон, который использует. Вот, вот вы куда кладете гондоны? Вы даже гондон вот рядышком с собой кладете, а не на валам посылаете. Если бы инвалидов оставляли рядом с собой, я еще могла могу понять. Но вы же их куда-то выкидываете. Ну что они думают, что они такие тупые, что ли, а? Вы что, не понимаете, что они в конце жизни все пересчитали? К ним просто журналисты не ездили. Вы их просто дневники не читали. В подушках. Ощупью движутся пальцы по поверхности медали на груди Ивана Забары. Вот они нащупали медаль за оборону Сталинграда. Там был ад, но мы выстояли, сказал солдат. И такие же фашисты, которые точно так же получили такие же ранения, они ощуплю не по медалям ходят, а по кафе. Понимаете, кафе. Они ходят везде, где вот, не знаю, в Америку поехали, во Францию, с друзьями встречаются. А ты только медальки щупаешь. Может, тебе еще яички Сталин дать пощупать? На высеченное из камня лицо, плотно сжатые губы, ослепленные пламенем глаза подтверждают эти скупые, но гордые слова. Солдат потерял зрение. В сибирском городе Омске художник познакомился с Михаилом Гусельниковым, бывшим рядовым 712-й стрелковой бригады, сражавшимся на Ленинградском фронте. 28 января 1943 года во время прорыва блокады Ленинграда солдат получил ранение. Блокада Ленинграда, в общем, не было никакой блокады, потому что из Ленинграда куда-то к вам шли товарные поезда с техникой. Ленинград продолжал давать вам технику. Если туда шли какие-то детали, и обратно вы получаете технику, туда могли послать муку. Почему туда не послали? А, нет, точно, вы посылали муку, просто муку посылали для начальства, да? Люди обычные гибли, они, как умирая, давали какой-то там, не знаю, очередной, как называется, ну, выполняли план без еды. Вы не посылали еду в Ленинград, вы не посылали. То есть по рельсы были, ничего не взорвалось, товарные вагоны шли туда и обратно. Ну, туда они шли с деталями, обратно они шли какими-то там бронетехникой. Людей вы не кормили сами, вы не кормили. В Мариуполе не было никакого обмена. Мариупольцы ничего не высылали в Украину. Они были просто зажаты, и потом они как бы должны были через вас выехать в Россию. А Ленинград работал нормально с вами, у вас с ними был постоянный контакт. Там еще люди рожали, заводы работали. Даже не было никакой блокады. Позвоночник. С тех пор он прикован к постели. Василий Лобачев оборонял Москву, был ранен. Из-за гангрены ему ампутировали руки и ноги. И стал бы он совсем беспомощным, если бы не жена Лидия, тоже во время войны потерявшая обе ноги. А так зажили, поддерживая друг друга. У них родилось два сына. Солдат Андрей Фоминых из дальневосточного города Южно-Сахалинска. Пострадал в бою, всю жизнь ухаживал за своей раной самостоятельно. Когда художник рисовал Михаила Казанкова, тому исполнилось 90 лет. Глубокой мудростью светится каждая морщинка его сурового лица. В трех войнах довелось ему участвовать. Русско-японской, Первой мировой, Великой Отечественной. Я даже думаю, что он еще в финской войне участвовал. Короче, Арсений... Это можно смотреть бесконечно, но сам факт, что, первое, вы не читали дневники этих нищих, которых закидывали в кутузки и увозили в какие-то там интернаты, и закрывали эти дома, делали их закрытыми, чтобы инвалиды не выходили на улицы. Вы не читали их дневники, они оставляли дневники. Они написали, как прошла их жизнь после победы. Интересно было почитать, о чем думали эти люди. И второе, вы не сравнивали никогда, как жили ветераны войны в Германии. Получили ли они совершенно... Ну, как они жили? С протезами, с хорошей пенсией, в своих домах, со всеми медицинскими правильными препаратами. Представляете, какая разница? Между вашими героями, которых вы никогда не видели. Просто такая, День Победы, а где эти люди? И с другой стороны, побежденный народ, но с протезами, с хорошим отношением к своим солдатам. Понимаете, если сравнить вот именно
инвалиды на инвалида. Представляете, как совершенно по-другому выглядит окончание войны?